Первый тайм получился конкурентным. Ваши матчи во втором посыпался Kiss the Day. С чем связана такая не очень хорошая игра во второй половине встречи? Если честно, сам не могу дать объяснение этому. Какой-то невнятный старт в двух таймах. Два гола быстрых. Причем 4-1 включиться. Опять в игру, наверное, тяжело было. Плюс, конечно, чуть вратарь не выручил. И это сказалось на общем счете. И Kiss the Day в каждом матче выдает конкурентную игру в каких-то отрезках, но в итоге уступает. Вот на твой взгляд, чего не достает команде для того, чтобы начать набирать очки? Не достает приходить на тренировки и настраиваться на игру. То, что здесь не мальчики для битья приходят играть, а футболисты. И этого не хватает концентрации, конечно, до конца 50 минут играть. Честно говоря, забили два быстрых мяча, потом немного расслабились, получили свои. В перерыве немного пообщались, собрались и показали уже свою игру. Как так получается, что в составе вашей команды лучшим бомбардиром является центральный опорный полузащитник, а не кто-нибудь из нападающих? Он скрытый нападающий. Ложная девятка. На Рашида мы делаем ставку, он везде отрабатывает. И удар поставленный, голевое чутье хорошее. Поэтому он и забивает. И напоследок Хас. Какие-то изменения в составе будут после зимнего трансферного окна или состав укомплектован, никого больше не надо? Это уже, честно говоря, к нашему руководству, капитану. Они сами решают. Наверное, попозже нам скажут, кого заявят. А так пока не могу ничего сказать.